25 октября 1941 года произошла трагедия в деревне Хацунь Брянской области. В этот день несколько отрядов солдат вермахта окружили маленькую лесную деревушку, в которой находились в основном старики, женщины и дети. Пытаясь отомстить за трех убитых немецких солдат, каратели полностью уничтожили деревню и расстреляли находившихся в ней мирных жителей. Согласно официальным подсчетам, в тот день нацисты убили 318 человек. Это был геноцид советского народа. Мы помним.